Моего? Роми, ты говоришь? Ну, конечно. Катапульт, ты что, не помнишь мага моего? Нет, этого мага, бля, Честера. А, да у Честера хуйня какая-то, а не маг был. Так я у мажора учил. Я его помню только в металле, он все, больше я его никем не... Помнишь его шифрата? Я мажор учил, блядь. А, ЧП, блядь, да, это пиздец. Это называется. А, подмышка, подмышка. Подмышка. Ёлка ты был. Не, у меня ёлка и подмышка было, не надо. И оба ни о чём, блядь. Ну да, блядь. Бисовые, блядь. Не, Честер, если брать верить, только хулипалом, блядь, больше не тебе. Вроде одетые были, а толку никакого от них. А, да пиздец. Чё, закончили или буду? Ну чё? Не, ну, дискон. Нет, по-любому ещё убьём пару боссов. У вас дискон? Да. Чё, Ваню-то захилите тоже, да? Что за гильдия, честно? Чё можете, чё умеете? Да мы нихуя не можем. Да, блядь, твой, ты бы не прибеднялся. Не, я говорю, если вот реально люди... Я, ну, не шарю. Это значит, это надо калькулятор включать и считать, сколько там ДПСа хватит. Ну, мне кажется, хватит, если, блядь, делать всё правильно. Вот то, что маг не бил, это просто он на нас хуй поклал просто и всё. А сколько миллионов у ребра было? 11. А в обычном циркуле сколько? А хуй знает. Ну, я просто уже... Что это, 7-8? В процентах я не помню. Миллион. Сейчас там ДПС на обычку должен быть 6 плюс у всех минимум. Там да, 6 блядь. РДД, 6 ДД, значит должен быть 6 минимум. 6 на 6, 30. Блядь. Да у нас 49 было, блядь, все это убивается. Просто... Ну, дохнуть не надо, вот эта вся хуйня. То есть, если ты дохнешь, ты 0 ДПС, нахуй, вообще все по пизде идет. Люди вроде адекватные, вроде это понимают, но как бы... Бля... Вообще, я протопал, включаю, ворвусь. Ну, вот лок, например, на у нас Дестрик. Дестрик, вы скажите мне, он что-то рейду дает вообще? Нихуя не дает, блядь. Не дает, только СПД демон дает. То есть, лок... Демон еще дает баф на ХП. Если да. Демон с этим разбить. Ну, блядь, да пизды. То есть фишка в том, что демон дает СПД рейду, блядь, хилам, РДДшникам. Нихуя не дает. А эти все нихуя не дают, блядь. Да, значит, ах, он нужен рейде. Ну, то это есть... без обид, как-то, если сетап. Но, как сказать, в 25-ке демон нужен по-любому. Ну, это 25-ка. А у вас 10-ка, значит, нужно более строго соблюдать сетап. Если в 10-ке он дает 9 косарей, то это очень хороший бонус. И он пригодится рейду, даже в 10-ке. Но он не дает, он до 4 дает. Не, ну это понятно, это да. Я тоже 4 даю, да. Ну, у меня там этом левел 236. Честер, за сколько ты апнул 80-й по времени? В часах? Он уже бухает, наверное, сидит или курит. А ты, Войт? А это... я долго, нахуй. Там по видео можно посмотреть. Не знаю, сейчас вот... Ну а что, в августе? 30... Где-то 37-й. Не помню, где-то в прошлом году я начал. Ну год. Сколько там? Да не, года. Хуя, у тебя видео на год на целый? По видео там, посмотреть? Там... Ну как, вот я играл с 5 уровня, я запись включил и по часу записывал, как играю, короче, что там, по ППГ бегал, блядь, всю эту хуйню, профы качал, травку собирал, всё. Ой, ребят, заходит вроде, пускает выбор миров. Тут качаться-то вообще, по сути дела, еще и с этими, с фласками, на только в ПП ходи, блядь. Ну да, я так и делаю. Только ПП регнул, сразу фласку захавал, по 2 ПП подряд порегал. Пошел дальше, квесты делал. Это все понятно, как бы просто некоторые играют тут как лимошка, сел 12 часов ебашит. Так он за эти 12 часов... Ну да. Он, блядь, сейчас 80-й ап, ну какой там? Да не, ну не 80-й, уровень 60-й, наверное, будет сегодня, и потом я отл... Ну, а жопа так, уже деревянная. Я так не играю, я зашел... Я вот, ну, что на циркуле, блядь, сижу там 6 часов, там вот это РТ идущее. И то в последнее время не рыли. Я там вот. А, да, это пиздец. Я могу, может, я 12 часов как захуярил, да. Я просто захожу вот в рейд, вот, чтобы вы понимали, 25 ЦЛК. Это на часа 4-5, это как минимум. Просто такие ребята, просто жесть. Да нет, слушай, так дело не пойдет. ЦЛК за да. Хотя бы 2-2,5 часа максимум должно быть. Ну, блядь, вот такие. Чтобы 2,5 часа, это надо, блядь,
дамажит всем хорошо, а тут, блядь, три не падают, сука. Я понимаю, просто слушай, как бы я вот это, с X1 пришел, я привык, 6.4, 2 часа, там, максимум 2 часа, 2.20, 25 Гц ЛК. Да там 25 Гц, минут 40-45, вот я к таким цифрам привык. Ну, я понимаю, да, тут тяжело будет, тут надо просто найти нормальную гильдию. Нормальную гильдию, там просто онлайн по 120 человек. Нормальную гильдию, а чувачков, типа, воида шарящих. Нет, ага, видишь, ну, лимон. Я вот сейчас буду гильдию менять, я буду в гильдию. Я вот знаю одну нормальную, такую более-менее адекватную, лояльную гильдию. Это Кипиш, можно ворваться нам четвером. И он с руками, Роби, с руками ты же заберет. Топ-вар был в глобалах, если не ошибаюсь, там 22 тысячи. Не. Тейк. Ну, тейк на 8. Топовым тейк, потом тейк. Идет Роми, Панама, Роми потом занимал. Идет Роми. Роми Панама, занимал. Потом Роми. А не хуй я их всех делал там. Хуй ты там делал, да? Ну я вот... Роми где-то на четвертом. Слышишь, честно, если вы хотите, чтобы тут все легко убивалось, нужны просто эти самые танки недырявые, хилы четенькие, ТДД прошаренные, и чтобы все за свой класс владели и знали механику, как что тут работает, когда здесь все будет ложиться. Ну даже все, просто скидываем бабла, лимошки, он донатит. Протопал, не скидывает. А тут пиздец, тут вообще, чтобы вы понимали, тут геровская пуха 3000 рублей. Брюлик, я 300 рублей уже донатил на стартовый пакет. Тут было, этот, блядь, как его, темная скорбь, что-то 30-ку или полтинник стоит. Тут чувак, короче, 600 тысяч рублей в доненный я видел, метис, фурик. Который фулл брюлики, да? Фулл брюлики, глора, шэм доначенный, эти токены донат, короче, все доначено. Геровские токены доначены. Да 600 тысяч рублей. Я за то, чтобы не донатить боевой шмот, потому что, на мой взгляд, гораздо больше удовольствия получаешь и моральное удовлетворение, когда ты его выбиваешь. Короче, Лимон, качайся, я, короче, буду искать нормальную гильдию и будем валить нормальную. А Маша играет? Да. Заходит. Она здесь играет? Она редко бывает. Ну, понимаешь, Егор свалил, все не играют. Ну, Егор понятно, без Егора никто не хочет никуда ходить, блядь, всем насрать. Ну, понимаете, Егор... ребят, они еще дохера сделали на донате именно. Вот, допустим, Гадюка, да, охрененная триня для Мутика, охрененная для Энха. И она в каре гер падает с босса, который не убивается. Не убивается, потому что херово, очень херово работает соперы в каре гер. Даже топовые гильдии туда не ходят, потому что там просто пиздец. Да, тут именно такое сделано. Они плащи ВВК фармили 25-ки, они апнули мобов, чтобы плащи не фармили, чтобы донатить. Понимаете, что делают? Вот ходили мы гильдой, убивали плащи, уже у всех танков, танки, которые первый раз в гильдию пришли, уже на офф у всех танков были эти плащи 272-е, они нахер никому не нужны. Приходили ребята, медведь в первый раз в рейде, я говорю, меня за этот плащ порвать хотели, когда я сролил медведь. Пришел парнишка в первый раз, медведь, и выпал этот плащ, и ему просто отдали, потому что никому он не нужен. Я тоже так хочу, нихуя себе. И я хочу такую челюсть, блядь. Вот я говорю, вот такая хрень. Я на X5, слышишь, помню, магом собрал, и раз 25 магом 5.5. Собрал рейд челюсть, и все с первого раза выпал этот чешку. Говорят, ТРС-ки, сейчас мы тебя наебем. Я сотку кидаю на нее. ТРС-ки, вот эти чешки у нас, все танки взяли на офф-спек. Я уже медведям думал, не буду брать, нахер она не нужна. Ну никому не... Ладно, давайте заберу, попробую тоже. Вот у меня есть она, лежит. Короче, если будет надо что-то по РС, я с удовольствием смотрю, что здесь как работает. Видишь, Лимон, что сделали-то? Здесь, получается, у боссов завышенное ХП идет. Да, мне рассказали уже, я хочу пощупать. И из-за этого, получается, бирса, получается, осталась та же самая. И дамаг надо сильнее. Ну, тут, слушай, тут и перс апнут, я так посмотрел, как тут апнутся. В принципе. Тут усиление, три профы, опять же, три активных бонуса. Большой, вот. Большой дисбаланс дают усилки, очень большой, что в ПВП, что в ПВЕ. Ну, это... я понял. Это просто вот я говорю, когда заходит там ДК, и он дает 20 косарей, ну 19 косарей ДП, там танк просто агро удержать не может, физически не может.
боссы апнутые, он себе усилки все в хп забивает, потому что по-другому никак, а агро набирать ему не. Лимон, чтобы ты понимал, у меня сейчас с бафами почти 50 маны и со своими припотами 1256 рейтинг скорости на холе палит. Только. Это ты еще слабый, у нас 260 третий на холе палит. Сколько у тебя свет небес? Секунда, сколько? Свет небес 1,1. У нас, у нас в гильде холипал 263-й, наверное, итем левел, он хилками танку по 40 косарей захиливает, мне лично поднимает. Чуть ли не... Крит или не крит? Или стандарт? Не знаю. Ну, крит, наверное, но по 40 косарей, а то может, может даже больше. Но 40 не, точно... на, не на циркуле на X1 холипал, вот тот же Войт присылал по 50. Он меня просто почти с нуля, почти на фул поднимает, а у меня 90 косарей в 25. Не знаю, мне, я, блядь, ну, максимум выжимаю с крипта 28-30к. Может, у меня тоже усилки, но у меня крит 52% крипта, если... Короче, вкачаю, надо будет парить. У нас НХСПДшный в топ-5, наверное, по ДПСу попал. А АДК у вас нет СПДшных, которые ликом смерти? АДК вообще нет. Ликом смерти 30к ебаш. Я заметил, нет, что очень, очень сильно понерфили варов. Раньше вар был такой... Он залетал в трэш и падал за 2 секунды. Он просто ДПС с пула 20-ку давал. Просто с пула. Стычки буквально. Он одетый был, охереть как. Он такой, если кто знает Ультраниса на сервере, вот он Ультранис 2-0, вот. Это что человек. Делаем? Это человек, делаем, который. Да ничего хорошего. Это человек, который я ДД, моя бить, и все, влетает и не стопает, сразу падает. Надеюсь, Ультраниса здесь нет, а то сейчас обижу человека. Не сомневаюсь, может, он по жизни неплохой человек. Но в игре он не может ни стопать, ни агротайм давать. Ну, блин, я на циркле также падал. Их понерфили, потому что вот 256-й вот вар я видел, вот, да, вот, на этом, на цурке сколько ты дал ДПС? Где-то восьмерку, да, ты давал? Вот у меня Энг 258, я где-то 9-10, да. Но такого раньше вот не было. Чтобы Энг давал больше, чем Вар, Маг, ДК или Паладин. А я в Ике, в 25-ке, 17 косарей. На Палы сколько дамаг, ретрики сколько дают? 20-ку дают? Конечно. Палы дают. У нас вот лично дают 20-ку, в принципе. Просто 10. На циркуле это 18+, там 18-200, больше я не видел. Много от усилков, очень много. Если у него 200, там 250, как у меня усилков упало, у него там под 500 силы плюс. Нормально. А кто 2 года играет, у тех еще больше усилков. Если будешь добирать, я тебе сразу говорю, меняй людей, потому что это пи***. Это да, я поставил КД, ребятам менять, я понимаю же, ладно. Ну, сейчас тебе 2 человек добирать для того, чтобы пройти до тухлого гнилого, ну, и вайпнуться, возможно, на гнилом или тухлом. Это что за ДК? Что за ДК? Просто ДК 257. Тут АДК вообще практически нету, тут очень мало на сервере АДК, тут в основном просто делают. АДК 264 давал у нас что-то 9-10 косарей. В гильдии у нас был один АДК. Это очень слабо, очень. Это очень, потому что Фрост ДК дает 15-ку в таком же гире. Я тебе вот так скажу, да. Мы пошли фуриками в 25-ку. У фурика стоит 2 троллейбола этого, блядь, с этого ЗА. Он одет и нормально. И еще 3 у него, воля и чешка. Он дает 13, я даю 11. Он просто, блядь, не умеет играть, вот и все. И тут такие, да, хрена. Он не умеет, да, потому что... А, ну фурик такой, да, это вообще бред. У нас Энх ходит с Зовом и... сейчас скажу, с Зовом и Чешкой или Волей, Зовом и Волей. И тоже дает ДПС от дохера. Он переодевается либо в классического, либо в СПДшного. Зов, Герой зазначенный, да? В смысле, Зов с этого, Зуламан и Чешка... и Воля обычная, или Чешка... Ну, Зов вообще-то падает с Лича, если не ошибаюсь. Зов Берсерка падает с Зуламана, с Ласта. С Лича, Талик же вроде с Лича падает. Я имел в виду так Зов Пуха. С Лича падают только Пухи. А, перепутал, Синдрит Талик падает. Вот.
Я про то, что многие действительно ходят и не знают, какие кнопки нажимать. Вот в трэш вообще лог, даже не одетый, даже в 3-4 лог. Ты чем вот, допустим, в трэш бьешь лог? Или отошел? Он гестрик или кто? Да без разницы, он просто семечку может спамить, таргет менять и семечку кидать. Он агро будет рвать, конечно, нечеловечески, даже не одетый лоб. Если демон, можно там кинуть 3-4 порчи, в зависимости от... Да чисто. Семечкой давать и все, и не париться. Как ШП чисто дает этот взрыв разума. Палец кидает. Нет, не палец, да. А этот, иссушение разума. Вот. А, иссушение, да. АОЕ. И в ДПСе, в трэше максимальный дает. Это херня, это все уже. Люди, считай, да не пойдут. Тебе менять надо составку. Это да, это... Тебе надо просто собраться, вот, свои 10 человек взять и просто... Честно, а помнишь золотое правило? Танки и хилы должны быть свои. Да я знаю. Да. Потому что это костяк рейд. Да нет, здесь-то танки вообще нормально идут, и хилы нормально идут, тут просто дамаг не заходит. Да, братан, хилы нормальные. Я на Синдре, блядь, 5 эршамов поменял, чтобы убить эту ебучую. Да я тебе про сейчас рейд говорю, блядь. Хуль толку-то, ты мне про тот... Ну понятно, да. Где эршам, здесь стоит еще? Меня угорает вот это, как вы пишете, сурка, наш офлус. Это такая, типа, знаете, пацаны, в натуре, помогите, наш офлус. Давайте, мэд, да? А чё писать, что у нас просто донный или на рейд? Да, писать. А чё ты пишешь сурка? Мы сурка-то убили. Ну сурка. После сурка. После сурка, блядь. Да, точно. Неграмотный тоже. Честер топ и рэл. Полакокс, братан, соберись, еба, я помню, это вообще просто пиздец, что это? Чувак пришел первый раз на лича 25, оп, я угашенный, такую хламину просто, а он еще танчит, Полакокс. Мне говорят, что делать? Я ему, Полакокс, братан, соберись, еба, это был просто пиздец. Там, слушай, могу тебе посоветовать больше в крит забить. Ты ходишь 4-10, у тебя открыта до хера бонусов. Я просто еще, братан, Шам, у тебя такая вот, у нас, запомни, ты должен вообще, ну, просто иссушать свою ману цепухой по танкам, под всем, и просто кричать постоянно, друиды, залейте им на ману. Когда ты будешь себе хилить? Нет, немножко не так. У него есть талант, улучшенный водный щит, за счет которого он будет критовать и регенить ману от этого водного щита. У него будет водный щит поглощать. У меня есть большая проблема. Мне надо сперва сейчас вещи еще половину дособирать, нахер именно на крите. Тебе, Пау, тебе шею надо, этот, багровое колье. Да что ты говоришь, ничего себе. Угу. Знаю, 20 колдов. Не, ну в общем я говорю, понятно, что... Да, конечно. Да вот шаба. Давай, давай кольцо мне в натуре приз. Надо на фурика, братан. Пацаны, давайте, он 3 косаря просит, голды, короче, в натуре. Вот у меня что есть, я 500 могу дать, давайте скинемся, сколько у нас человек. Да дай ему кольцо. Че за рейд, блять, продажа лута, вы охуели там? А, тут кольца, чтоб ты понимал, лимон, стоит по 6, по 7к и выше. Вы свой, короче, делая против. Идем в СЛК, фармим бое, блять. И мы, да, богачи. Да по-любому. У нас вот в гильдии в 25-ке ходят 2 эршама, один в 4-4, другой в 4-10. Хилят, в принципе, на равных, но по-разному одеты абсолютно. То бишь 4-4 он МП5 больше собрал, а в Т10 от крита у него дохера бонусов и реген маны. И нету такого, что они хилят до бесконечности и им постоянно инер заливают. Как... Давай я тебе так скажу. Ты на лече пробовал, чтобы тебя хилил танка, хилил только друид и шаман? Никакой не холи пал, ничего другого. У нас хилили 2 эрдру, хилили шаман, холи пал. И даже 2 шама, кажется, 2 шама, 2 эрдру и холи пал. Я тебе говорю, без холи пала. Ребята, секунду, пал, отзовись, а ты здесь? Да, я здесь, да.
Смотри, дядька, короче, добери тогда там двоих, кого надо, и еще третьего вместо меня. Я вам шкаф поставлю или еще сдал после этого, потому что мне сейчас надо будет уходить. Я понял тебя. Не, без Коли Пала в 25-ке вообще, как бы, я считаю, что вообще в идеале, когда много разных вот именно классов, тогда бонус от многих идет. Ну, соответственно, одетый. Когда есть, одетый с ДПСом, без них не пробовал. Нет, не пробовал. Я никогда не ходил. Я никогда не ходил без Холи Пала, даже в десятке я стараюсь не залазить, где нет Холи Пала, как одного из хилов, даже в десятке. Это я считаю, что это, ну, такое, это потеря. Мне лично не нравится, когда Холи Пала нету в десятке, в двадцатке. Это понятно, просто я тебе говорю, есть, которые хилят, они, вот она Эрдру хилит или Шама, она спокойно танка выдерживает от одного. Слушай, ты про Маринку говоришь. Маринка топовая. Я тут, когда мы переходили, Маринка 240 EVL перехиливала друида 264-го. Честер, а где Белл? А, Белке надо позвонить. А здесь играют? Что? Кто перехиливал друида 264-го? Эрдру 240 EVL. Ну, это криворукий Эрдру 264. Очень криворукий. Белч, кто тут играет, Честер? Не, наш с Егором, мы сюда все перешли. Белка, Маша, я, Адель, кто еще? У нас просто... Вертилер, Малой еще. Малого не помню, что у нас просто получается... А, ну говори. Ну, Егор не захотел, короче, он сказал, тут туго просто. Раки очень большие, 90% раков. Не знаю, свой ни класс, ни спек, ничего. И он ушел. На Сирусе? Да. Нас просто на лане один раз мы спекнули танка в дерево. Он перехиливал Хепала и Рша. Не, просто потом моя подруга Белка поговорила с этой, которая 264-й Рудру, потом на равне начал хилить. У нее просто таланты неправильно были вкачаны. Фетра, может, видел когда-нибудь в чате? Наверное. Не, я Белке звонил, она просто сейчас на работе, но работает. Я думаю, если узнаешь, что тут много наших, то я думаю, она будет играть. Но у нее Эрдруид, у нее нет Иршама. Да, но Иршама неплохо играет. Тогда шамана добери. А, фу ты, шаман. Кстати, я что-то и без внимания, что... С нашего клана тут до хера народа. Бабалов? Так, ладно, пойду я за чаем, народ, если что. Чё ж, пока не начинаем? Мне, по идее, еще, видишь, пробивание надо 100%. У меня до сих пор еще не 100% пробивание. Я, скорее всего, буду новую гильдию роме искать. Я в этой гильдии не буду. Да, вопросы-то какие, никаких. Я просто ЕПС спущу, мне 20 карточек токена выйдете и все. У вас что, много со штормов-то в мафии? Тут вообще непонятно. Тут и штормы, и ГМ Джоков у нас что-то делает. У меня есть идея, можно сделать свою. А это долго геморно, я серьезно говорю. В чем долго? А, кстати, бонусы фармить или что? У меня есть, знаешь что, Лимон, у меня есть Егор аккаунт, там протовар 255, протопал.
Но тут такая фишка, что ты не сможешь вообще, только можешь только рейдить и все. Не можешь ни обмен дать, ну ничего. Не, нет, Егор, я, не буду, я не буду заходить на... Я у него попросил в ВК персонажей на X1, потому что, ну, в РС там нужно было в дарках ходить. Я тебе могу отдать, протокол. у меня есть как бы, ну, сообщение прочитал, ничего не ответил. Ну, я это... У меня его персы все есть на X1. Там Фура, Паладин, Мах, Лох. В общем, мне он ничего сказал, я не буду без спроса заходить. Я вот своего покачу. Слышишь, а Честер, а что тебе создавать гильдию? Гильдия-то есть у нас. Туда что долго... А, ничего. Я чисто там, сколько можно только, типа, ходить в инсты и все. Не обмен, ну, не приглашать, не отдать гильдию. Все блокируется, когда заходишь через чужую. Короче, слышишь, можно сделать свою, назвать ее «Мы на Как? «Мы на фул». «Мы на фул». Да-да-да. Короче, ходить и... Мне тут тяжело набирать народ, если честно. Тут очень геморно. Тут набрать-то не проблематично, а вот когда потом просто ходить, вот то начнется трэш. Ты пофигу пугов добираешь. Надо открыть школу обучения, блядь, школа Войда назвать. И все через тебя, да? Мучка гильдии, обучение по школе Войда, да? Ну по магу ли Мошка знает? По ханту надо знатока. Ну я 7 классов знаю, кроме ханта, мага и шамана, вот. Найдем там. Я за двух готов, да. И все. Не увидит, как мы играем. Что мы батя. Рел, если найдешь сильного танка, если медведь будет писать какой-нибудь, я если что, за шамана, за ДДшника, за это. А ладно, чем ты кадрелишь на шамане? Потом... Да мне похер на самом деле. У меня проф убитый, у шамана, у медведя. А лич-то не убитый. У медведя лич убитый. Здесь-то убитый он. А что у тебя за гильдия? Нормально вообще или так себе? Как понять, нормально. Ну, в плане, что там, какой прогресс. На медведя ты всего один раз лича убил. И на 25-ке один раз. Работал в ночь всю неделю. На этом когда и людей еще обучаем наших многих убивать в 25-ке лича. Приз здесь вообще похоже первый раз, да? Приз, ты первый раз здесь вообще, нет? Напиши что-нибудь. Как бы я давным-давно уже мог ходить медведем и лича убивать, но мы в гильдии ходили и как бы людей обучали, чтобы гильдейский прогресс был. Убили лича, 10? Да, один. 10 лет назад ты здесь убивал на фул? Я тут смотрю по твоим статам, ты тут вот первый раз пошел с нами. Сейчас ачивы получал. Люди у нас в гильдии больше такие, знаешь. Многие из-за общения сидят. Кто вот давно из старичку. Те уже общаются давно. Нет, я тебе ничего не говорю. А на самом деле в гильдии нету рукастого протовара. Прям вот нету, чтобы он... Слышь, Войт, пришел твой звездный час, блядь. Ебать. Ну вот, у нас есть протопал, есть ДК-танк. Ну я рукастый, я все могу затанчить, я затанчу все. Протовар МТ больше или ОТ? ОТ, конечно. Ну МТ, он как бы может быть, но это надо, во-первых, его правильно сделать, и рейд правильно под него. Что, мы с тобой будем курить? За место ОТ в рейде, что ли, ебать, или что, я не понял. Да, будешь конкурент. Ну, по сути, да. Не, ну в десятку вряд ли, а в 25-ку. Не знаю. Димон, ты понимаешь, что ты сейчас качаешься, ты пойдешь в ЦЛК через где-то месяц? Чего? ЦЛК, то, что ты 80-й получишь, тебя не пустят. А прежде чем тебя пустило в ЦЛК, тебе надо будет собрать около
200 этих, блядь, ебаных кристаллов, о которых можно фармить максимум только 7 штук в день. А, ну, как при этом, если ты 7 штук будешь тратить, ой, собирать их всех 7 штук, ты, получается, будешь тратить очень много голды, либо у тебя профессии должны будут там соответствовать. А так, получается, ты один кристалл за сотку берешь, 3, так сказать, ППГ делаешь в день, ты кристалл берешь, потом арена, 5 боев, независимо, выиграл, проиграл, еще один кристалл, то 3. И 300 рублей закинул и не мучаешься. Еще квест на чудовищ, 7 кристаллов сверху. Ну это когда цепочку пройдешь. Да, а что ее там пройти-то с 5-й кат? Блин, что вы меня пугаете так? Они это сначала пушают. Надо тебе кару там ходить, потом РБГ, эти, РБК, да, блин, проходить. Мне уже из мира хочется выйти. Да не выходи, смотри, просто подписываешься на канал Войда, смотришь, как там с 5-го левела прокачка про товара была, и как я, блядь, все это прошел. А там вообще, там вот эти категории, я даже не заметил, как они апнулись, блядь. Я просто офнулся с игры на 2 месяца, захожу, и там письма, короче, и там вот эта Джулия говорит, поставки, за Новый год, за все остальное, понятное дело. Кстати, классно, летом уеду, на это, на заработок, приеду к осени, блядь, почта завалена. А лучше знаешь что? Лимон, лучше знаешь, что делай? Находи, короче, типа, который, блядь, будет ломать этот сервер. Когда здесь ломает сервер, Джулия дает всегда письмо. В нем 7 кристаллов лежит. И пусть он каждый день этого дрочит. Да, короче, да. Дедосит пусть дедосит просто. Потом через месяц ты уже будешь там к третьей, четвертой кате подходить. А Вар, ты уже Т4 посмотрел на себя? Я посмотрел, блядь. Слюни потекли, конечно, нахуй. Там именно вот в чем кайф, что у ДК, что у Паладина, ну у Паладина там и ДК и Вара, а Т4 прожимка для рейда охрененная. Которая просто всех спасает, типа абсорба, короче, зубы на всех, всему рейду зубы дает и все. Только там не 40, только там то же самое, только там не 40%, а 30% кажется. А зубы 40 вроде процентов режут. Ну я говорю, зубы ты на одного кидаешь, а здесь просто воин тебя 25 человек зубы кинул, и все, и все стоят. Ну как бы зависит от талантов, если ты, и от символа, если ты ставишь символ. Если не ставить, то КД будет 5 минут. Если талант вкачать, то 4. Если ставить символ, то 2 минуты. То есть от этого зависит еще. Если 2 минуты, то у тебя 40% она дефит. Соответственно, половина это 20% по рейду будет. А еще вар. Если пойдешь в кару гер, глиф на таунт обязательно ставь, символ. Обязательно. У меня он сейчас стоит, он обязательно. А, все отлично. А то я уже многих ребят встретил. А, ты братан, понимаешь, ты чувак, чтобы ты понимал, он все убивал, все. Я понимаю. Ты собираешь там, блядь, нет, а то уже в чате тебя не вижу, нахуй. Я понимаю, он все убивал. Собираю, ну, блядь, что я... Я говорю, я понимаю, он все убивал. На Сирусе, в каре гер... А, братан, смотри. Что такое кара? Каражан. Ну, каражан 80 уровень, блядь, вот такой вот. С первого раза убил, нахуй, этого дебила. У меня каражан ходил обычку 2 раза, вот геру там, ну как бы там левел не тот пока что, блядь. Кардовый. Там все легко, там тупо ДПС. Там жестче, чем здесь сейчас. Это ты пошел? Там, не знаю, я все с первого раза убил и все. Ты просто пошел, наверное, с 270-ми, нахуй. Не, че, 260. Не, я просто пошел с геймом Джоков и его друзьями. Так ты давай геймом там Джоков там или кому-то скажи, там про товар есть один такой, блядь. Да там, бай, братан, ты понимаешь, там онлайн 150, там тупо сосуд, ибо чтобы попасть в рейд. А, ну, вот это вообще сосал, блядь, неделю да целую. Да блядь, конечно, ты там РЛ, наверное, не? Так, не, он просто сюда ворвался, я так понял, он сейчас они набирают состав в гильдию снова. Я так понял, сюда типа ворвался, типа помогать рейлить, а на самом деле просто заманивает людей. Рукастых, отбирает. Хитро. Потому что эта гильдия, эта мафия, она очень слабая, там гэм слабый, они, блядь, профа 25-ку один раз убили, все. Лич, синг, а, они ПВП-шары, блядь, они нихуя не ПВЕ. Он какие-то тренировки собирает, я, блядь, стою, блядь, не знаю, прыгаю на эти 6 часов сидеть на ком-то лане, он на 3-25-ке вайпаться, нахрен он мне надо вообще.
он собирает какие-то тренировки, ПВП получается. Я понять не могу, там что-то первая линия идем, вторая стоим, третья бежим, блядь. Куда, куда, что бежать, блядь? Хуярь всех подряд, кто вижу, да и все, блядь. Я как бы ПВП не занимаюсь. Это кто из мафии, ребята, тоже общались, рассказывал, в ЦЛК 25-ке били боссов, били, убили боссов, время на этот, как он, Гурубаши на арену. Портнулись на Гурубаши, повайпались там 2 минуты КД на воскрешение, обратно в ЦЛК, пошли проходить дальше. Ну да, там на защиту, на какой-то сундук, блядь, а что с этого сундука падает, я хуй его знаю. Сундука, усилки падают, кристаллы энергии, монеты падают, усилки падают, там 2 сундука. Там нормально, если ходить, можно подняться так. А что вообще, ну вот сколько там усилков падает? Там по 3, по одному по 3, но тебе какая разница, ты по одному ты будешь. Плохо? Не, понятно, что неплохо. Монеты падают по 3, по 5, кажется, монет тоже. А, Лимон, знаешь, кто играет еще? Кто? И Акелла, Миша, помнишь? Ну да, был. Блять, у нас столько народу собирается, проще было, надо было уже идти на X1 и хуярить там дальше. Да нахер он мертвый, я захожу там... просто... Так нам народу-то хватает, блять. А какой хватает, если зашел просто мертвый олд-чат, я говорю, пацаны, соберите ич-оп хотя бы. Там вообще просто жесть. А что, там воспитание чемпиона? Ну мы смотри, вчера убили ЦЛК Геру, Рез Геру и ЕВК убили. Ну это наша гильдия. Дивдарка что ли? Угу. Ну а ЧСВшников, наверное, да? А там Дизарта, там Вулкан тоже играет, да, вроде с вами? А я хуй знаю, кто это. Панама вообще свою гильдию сделал, вообще просто жесть. Какую? Знает. На X1 Зарду. Я не знаю. Так они с Аделей, Панама, вместе уже. Не, Аделя я с Аделей. Я с Аделей на Sunrise гильдии. Но Адель не играет. Вот смотри, вот в чем фишка? Вот взять просто по аналогии дарков оттуда, да, и посмотреть, как убиваются рейды. Так вот я тебе объясню. Там рейд убивается за счет 5-7 человек, которые играют, ну, очень хорошо за свой класс, они все знают. Вот я там, РЛ наш, и еще там 3-4 человека. Все остальные, это, ну просто, блять, стадо, нахуй. Ну просто, вот знаешь, Синдра откидывает хвостом глыбу, которую ставят слишком близко под босса, она летит в рейд. Блять, метка не выбегает с рейда, блять, все 20 человек стоят, все 25 человек, они все стоят, сука. Один я начинаю убегать, и все морозятся. Вот это признак того, что люди просто стадо. Да. Чтобы здесь какая-то была гильдия, которая все убивает, нужно просто таких вот, тех, кто знают, блядь, что делать, разбираются в механике, там, в классах, нажимать кнопки умеют. Вчера на лане были, блядь, пак кидается, они, блядь, в разные стороны, кто куда, нахуй. Пол рейда сразу же ложится. Ты прикинь, блядь, я же тебе в одну сторону, сука, блядь, я, блядь, другой, был, другую, блядь. Я был... Чтоб ты понимал, Лимон, я был, вот у меня сейчас 253 ИВЛ, это, грубо говоря, хулипал ГС 5.8, 5.9, блядь, я хилил с аршамами 6.1, 6.6 КГС, ДЦ был, блядь, 6 КГС, я, блядь, мне 13 КХПС плюс 4,5 миллиона от хила, это пиздец просто, я там так потел, какие донны играют вообще просто. А я думал, мы пронесем ЦЛК, просто не глядя. Да, вот тебе, смотри, высокое состояние. Я уже добираю, блядь, 15 минут, или если не больше. А чё, в гильдии четверо никого нет, что ли? А что, кто-то пойдет именно не с нуля? Я сомневаюсь. Не, ну я писал, конечно. Вон можно ретрика спросить. Вон какой-то хули хайры, блядь. Какой-то. Я вот Рогу написал 206-му, который я знал, я с ним ходил, лича убивал. Я написал Локу 273-му, который я тоже убивал с ним лича. Они не пойдут. Я просто он никого не Лок уже ЦЛК. Не, другой там был. Ребят, сорян, конечно, что так получилось с этим ЦЛК. Ну, сами вините. Надо именно чисто свои 10 человек и все.
А свои, тут кого ты имеешь в виду? И когда? На неделе это? В какой день? Не знаю. Я Вилкин напишу, позвоню сегодня, у меня есть его номер. Если сможет зайти завтра, там, час дня, там, то два хила, тупо, грубо говоря, наших будут. Но тоже надо будет добирать, понимаешь? Еще человек, людей. Сейчас, если звезды на небе сойдутся, и у меня ГМ моей гильдии захочет взять, ну, точнее, возьмет, снизойдет, блядь. Возьмет меня в ЦЛК 25 ОП, и там что-то... Нет, он тебя не возьмет. Будет. Не возьмет, да? А вот прикинь, возьмет. Тут понимаешь, тут, блядь, чтоб ты понимал, тут все упирается, они смотрят на EVL, ебать, они не смотрят на твои руки, мозги, они тупо, ох, ебать, тебе EVL 233, да куда ты пойдешь, ты что? Иди РБК фармить, все. Угу. Ебать, я когда сюда пришел, я был в гильдии одной. Там брали сугубо 250 EVL, похуй на ДПС, похуй на свое знание, просто EVL. Я говорю, возьми меня, у меня был 239 EVL. Я пошел ЦЛК 10 ОП, 239 EVL, убил профа, ебать, все охуели просто. Они, давай к нам в гильдию, будешь ходить куда хочешь, в гер, любые, куда хочешь. Тут именно только смотрят на твой EVL. Ну, жалко, что у меня танк слабенький пока. Не, ну попробуй, конечно, я не знаю. Это ты кем? Ты паладином пошел, да? Хвалепалом 239. Я убил профу. Я дошел до Синдры, чтобы ты понимал. Я и Лана убил, я до Синдры дошел. Я в 220-м же убивал. Мы же когда в гильдии-то начали играть. Мы в 220-м убивали профа, блядь, здесь. А, да, когда еще подождите, 260-й был и Бладыка какой-то там 260. Я помню, 8 человек. Но я тогда только качался еще. Мы и ВК десятку убивали. На 50-50 делали без вайпов. Ануба. Это было когда? Это было, я честно, это было октябрь месяц. Октябрь месяц того года, когда мы переходили. Ну сейчас я даже почем посмотрю, когда я профа делал. Блин, с нашими убивал, да? Ну конечно, мы туда ходили, ты еще тогда профа не убивал. Да я не убивал, я качался тогда, я качался, блядь, 2 недели. Тут, походу, не с нуля, типа, не плюсуют люди, наверное, да? Да понятное дело, зачем с нуля идти, если можно с нуля ОД пофармить? Да, ебать. Да, да 14-го какого? 14 января. В смысле? Конечно. Да? Вот мы 14 января убили профа, но... А, они еще раньше убивали, они пару раз убивали его. Утики, а вы сейчас все в одной ги или как, или бурная слямка? Да, бурная слямка. Ну я с Роми в одной, я Роми всегда зову. Я вам предлагаю объединиться, спихнуть ГМ в Войду, и пусть он будет. Да ты угораешь. Я охуенно же придумал Войд. Да проще, давай так сделаем. Нет, проще можно войти в одну. Мы на фул ГМ Войд, блядь. Если он кому-то скидывает, его обратно сразу нахуй. Ребят, я шкаф оставляю, я улетел. Давай, братан. Да ладно, спасибо тебе. Нету, вот. Короче, тут смысла нет, вот смотри, мне 3 слота искать. Ну, 2. Сейчас пошел в гильдии. Ваш набор ускоряет мой кач, не прекращайте добирать. А чё, Лимон, у тебя сейчас какой ник-то, ты там кем играешь? Чё такой ник вообще, пиздец? Дгмы, ты, мымыч. Нихуя не такой. Дгмы... Ты, мы, ебать. Не, ты нихуя, ты... вот я написал аркавам, вот такой. Какой-то петушок ник Лимошка занял, блядь. Охуеть, ДГМ, ты мыч. Сука. Да, дерево. Типа, Дима ГН, ты нахуя мой ник занял? Ник многое определяет. Вот мой ник определяет лучшего танка в мире. Я помню, на X5 пишу какому-то РЛу там. Ебать, ты уже 40-й. Охуеть, ты качаешься. Блин, пишу какому-то. Ну вот, Макс там 5.3 возьми, он говорит, да мне похуй на твой ГС, я тебя из-за ника возьму. Он говорит, просто его, почему он говорит? Ну, как бы такой тупой вопрос тоже задал. Говорит, ну согласен же, говоришь, что, блядь, тут новичок так не назовется. Я говорю, ну да. Он говорит, ну пиздуй, говорит, на камень, тогда с умом не теряет.
Честно. Хороший боец. Сколько у тебя там этих ОД? 15 тысяч. Что-то дохуя, наверное, да? Надо снизить сумму. Роме, а я это же. Я же 300 роя закинул, взялся фамильки. Я не знаю. Чё взял? Фамильки. Ну, 25% опыта еще. Ну-ну-ну. Все, и под баф мне это тут премиум дали со старта. 2 дня бонус входного дня. Недавняя перезагрузка. Фласки на 2 часа на ПП. Что я думаю, день-два буду 80-м. Роме, похлудни, братан, я хочу курить, пиздец, не могу уже. Здесь почти как на X5, слушай, я на X5 даже, по-моему, дольше качался, потому что там ПП очень долго. Не знаю, мне прет тут играть, тут тяжело попотеть можно, и у меня такие статы тут просто пиздец. 1256 рейтинг скорости, это еще не предел. Че-то, мне кажется, это еще только начало. Пиздец. А еще плюс у меня карта Новолуния с бафами, ебать, и плюс гимн на ману, у меня 65 команы. Это просто рай. Заденусь я. Твой домой в рейд пойдем. Ебать, 65 команы плюс 1256 рейтинг скорости. Это просто, мне просто тупо, бля, я ж теку. Да как бы нормально. Давайте что-то присту дадим, чтобы он мне кольцо дал. Что-то в натуре такое. Вот я 500 голды могу дать, блядь. Чё за кольцо, Линка, не мне в ПМ? Ну вот это, провозвестника или как там, 264-го. Я понял. Стрэш. Или не провозвестник. Чё, ну прям тебе очень-очень? Ну как, не он, блядь, ну если у меня 232-й ещё поделать. А, ну понятно. И Л поднять. Да она тебе роли не сыграет. Ну оно, конечно, не сыграет. Ну вот и нахуй ты будешь вкидываться трешку в что получилось. Печально. Было бы радостнее так. Он мне там писал, косарь 25 рублей. Косарь 25 рублей, да, в ПМ тут. Доставай сатен. За кольцо, блядь. Можно было бы через монитор пацанам передавать бабки, я передал. Просто сатыгал. Кинул ему, блядь, на клавиатуру, да? Актуальный перевод. Ага, а у меня колечко. Приз, ну в натуре, братан, ну это самое. Ну голда тебе упадет и так с неба, ну 100 крат тебе просто за твою доброту. Сила убеждения, бой. Ну, я не знаю, ну как ты не можешь жалиться, я... Ты понимаешь, что я... Жалиться, сука, ну я просто... Я качался, я не знаю, как я качал, я просто в зеленом шмоте пошел в ППГ, там я одевался, да, что там, 187-й я одевал, чтобы попасть в ППГ, потом я там 200-й одевал, чтобы в РБК пойти. А теперь ты что будешь делать? А теперь, блядь. Я, сука, в ЦЛК попал, да? Я попал, ну это тоже, конечно, ну, подарок небес. Но ты понимаешь, что просто это кольцо, оно... Ну как сказать, вот ты его продашь, да? Тебе на него похуй, на вот на статы, на вот эти. На то, что оно 264. Ты его продашь там за 8к там, получишь бабки. И какую-то хуйню себе купишь. Он ничего не понимает, он пишет, ничего не понимает. Ну просто, ты его продашь. И как я вот купил себе там чарку берсерк на пуху и пуху поменял. И то есть в никуда. И то есть ты также замутишь, купишь себе там... Одену твинк. Ну какой твинк? Ну вот у меня нету твинка. А ты 277 раньше геры или репы не возьмешь? Есть за реп кольца репельные? Да, ну вот у меня тут 2350. Кстати, Вар, кстати, спустись внизу ЦЛК, у тебя уже репа должна быть на колечко первое. Мне не хватает еще. Нету еще дружелюбия? Нету, да. 650. Пошлите вниз, трэш убьем, если вы здесь стоите, все равно добираем. Да, пофармить боешки еще, вдруг вам упадет что-нибудь. Почистить. Ну, что делаем, а? Пойдем боешки фармить. Погнали, короче. Не, ну а вы варку захилите без двух? Да вон 2 хила и бежит. Захилят они там. Зафармите вальку еще, что там? Там дамага, дамага не хватит, чтобы сливать трэш. Да, там трэш тоже лютый. Ну хп же больше.
успел добить. Больше ДПС. Алло, падает целка. ОД, ОД. Что толку от ХПСа, если будет куча трэша, они просто на вас сорвутся, потом убьют. Что такое ОД? Ну это как лед, типа. Ну это обобщенная валюта, типа. Очки доблести. Да. Нету здесь этого. Куда вы идете? Какой трэш? Самый низ трэш валить. Погнали, типа. Так что я, короче, с ним чуваком поговорю, он нормальный такой, толковый. Там в НБТ гильдии кипишь. Роми, а у тебя какой ник? Роми. Только две И последние, Роми И. Кипишь ГМ гильдии, говори? Да. Ну, такое дело. Ты его сам знаешь, кипиша? Нет. А что, или он неадекватный? Кидок. А чё он типа... А вот чё он ник сменил, я так понял. У него сейчас другой совсем ник. Ой, я ШП взял, пацаны. Кидал многих людей уже. О, так, ну всё, на фул можно идти. Так что смотри, как бы этот... Не лохани со вступлением в гильдию. Да? Ты до хреново знаешь, что делать. Я вам говорю, изи вариант. Делаем свое, объединяемся, пацаны. Это долго эти ночи. Дай честер каску-то, мы, блядь, долго будем пиздить его. А в чем долгота заключается? Что, харту подписать или что? Нет, он набор. Собирать людей херово. Как бы уже многие рукастые и знающие тактику, люди уже в гильдиях давно. Ну да, пристроились. Вы рассматриваете вариант присоединения, да, какой-нибудь мощной, да, так как бы, да, мощной кучки? Я держал гильдию, ну, давненько уже, и тоже постоянно добирали. На 25-ку людей точно добирали, на 10-ку иногда. Да я сам держал, такой дрочь, конечно. Так, а это когда еще было? Это, наверное, уже год назад я держал гильдию еще. Так с того времени, сколько людей считай? 40-й уровень у меня, половина пути пройдена. До ЦЛК еще, до открытия ЦЛК держал. 40-й уровень будет, знаешь, за сколько? А как посмотреть вообще время в игре? Это ВЛК надо глянуть? Да, на сайте. Все. Я тебе могу подсказать, как вкачаться. Фласочку одну-две оставишь. Ты кем играешь? Традиционно, просто протопал. Протопал. А ставишь, короче, себе фласочки две на этот обязательно. Опыт. Короче, и, смотри. Знаешь, где докачаешься? С 71 уровня до 80-го вообще изи докачаться в низине Шалазар. Да, я знаю, там просто море крестов. На ледяной скале вот этой. Да. Короче, смотри, 9 часов 51 минуту 30 секунд 40-й уровень. Кстати, ты сказал про эту скалу, я вспомнил, как на 78-м туда пошел, блядь. И сидел, сука, 3 часа, пока 80-ник не отнул. Там... Слушай, а тут это баганные квесты есть? Типа там смерть роботам и так далее. Ну это не помню. Вот я 71 уровня, мага, девчонку одну поднимал. Сейчас скажу за сколько. Короче, под перезагрузкой сервера час получается на сотню опыта. Под премиумом и фласку она пила, получается. А, это еще и выходной день было, еще больше. За час времени с 71 уровня до 80-го я ее докачал. 250% опыта, если фамилики еще. Вот у меня сейчас, да, 200%, да, да, идет. Сейчас пока. С фамильками. 200% опыта это X. Ну, X5, считай, X5, X6 даже. Учитывая больше. Ну, считай, 100% перезагрузка, 100% фласка, 35, кажется, процентов. А, или 55%. Сколько там этот выходной день бонус? А бонус выходного дня 35%. 35-50% от премиума, еще да. Фамилии. Короче, там под 300%. Я тебе говорю, это X6 прокачка. Хоть тут X2, тут X6. Я завтра буду 80-м вечером. А мне медведям вообще там кайф качать людей. Я многих там уже... Я туда, считай, птицы залетаю, собираю трэш, а магам давал АОЕ просто и вглубь. А я всех на себя переагрил и валишь опыт вообще на раз. Мы не в пати даже были. Там вообще офигенно получается. Я знаю.
Да, 4 часа пацаны. Дня, я в шоке просто. Час дня. Мы же 3 часа, пацаны, сидим, чтобы вы понимали. Какой час дня? У меня 4 почти. Ну, 4, да. 3 часа сидим уже здесь. 6 вечера почти. Че вы? Сурка убили, у вас минус 2? Да, больше минус 2. Минус 3 или 4. А куда люди-то ушли? Почему вообще ушли? Магу гордость не позволяла ДПС давать на 40 или в трэш сви. Остальные два. Хан так ливнул, Рога просто офнулся, судя по. Ну, я слышал, у вас сначала рейд какие-то претензии были к хантам, ханту и магу. Да потому что. Потому что, блин, я стою так. Я собаки не слышал, ушел, короче, своим делом, чтобы не слушать эту бомбежку. Я танчу мобов, вижу на леди, заходит собака, агрит леди, даже не бьет, агрит леди, он говорит, собака, блять, ну сагрила уже, промолчи, да, сагрила и сагрила, нет, усирается, он нет, говорит, что у него дела нормально, да, и вот он говорит, как дела, блин. Нормально, говорит. Ты, говорит, не знаешь механику, молчи, типа. Вот сидят, доказывают, а пэты не агрят, а пэты никогда не агрят боссов. Да, вообще. Все, погнали, короче, о, дальше, блин. Все, я там набрал нахуй всех, блядь. Пойдем сумонить нахуй и вперед, блядь. Пойдем в натуре. Сейчас мобов добьем, пойдем камни. Ебать. Танк взял мне на замену, зайду ДДшник. Шипы 264, маг 253, 259, блядь. 267 нахуй. Тут все, блядь, сейчас убивает. Вообще. Сейчас нихуя у меня будет итем левел 260, блядь. Просто в ЦЛК 25-ку сразу пойду после этого. Останьтесь, да, там выйдите пару человек, давайте трэш дальше бить. Пускай он вару этот до кольца добьем, возьмется. А, мне остаться с трэшем, да. Конечно. Кто будет? Так, кто пойдет в монитор? Слушай, на посох у вас кто-нибудь фармит души или нет? Маг, что такое? Что за остров? Что за души? Не знаю. Кельдонас. На Кельдонас вар обязательно, если не знаешь. Да я хожу туда, только уже заебала меня эта вся хуйня. Ходи, 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 обязательно ходи. Да я за кристаллом туда схожу, 100 рублей отдам и ухожу нахуй. Ты лучше ходил бы туда и квесты делал, тебе на Фурика шея островная понадобится. Да я уже ее сделал давно. Это он мне говорит, он не тебе говорит. А, понял. Вару, вару. Танк. А я кто, блядь? Ну ты Вару, а я... Я говорю танку а Вару. Да. Не, понятно. Тому товару, но я... И этот, и для танка. А чё ты себе, кстати, этот, в кузню-то не ходишь за рукоятку? Сделал бы так себе пушку-то танка. Ну, блядь, 13к стоит, я так посмотрел. Ну, я ходил, когда там 200-й... Чё, давай агри чё-нибудь. А кто-нибудь пошёл сумонить-то, нет? Кто-то пошёл там. До первого босса ходишь и выходишь, падаете вниз, и снова воскрешаетесь, обновляете. И ходишь до усрачки. О, это ты про это про кузню, типа. И чё, да, 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 кузню. Конечно, в кузню гер заходишь и фармишь рукоятку. До первого босса дошел, спрыгнул вниз. Не поломанный. Просто, получается, умираешь, заходишь, вышел, обновил, снова зашел и дальше проходишь. Дальше фармишь рукоять. 251-я пушка. Ну, блядь, на всех половину посвязать. Ну да, в принципе, было бы круто. Ну просто тебе ходить с вот этой, что у тебя там, 232 или 26? 245 там, Нару, а, Нару 45. И К, 245. Если остров не фармишь, то это как вариант. А вообще с острова можно меч взять танковский 251, соки. Да вы подойдите, блядь, в трэш нахуй, блядь, встаньте, хули вы там со своими, блядь, стоите, блядь, на расстоянии, я, блядь, заебался. Ебучие эти коконы кидают. Я бы фармил, только вот я говорю, люди по-разному играют. Я ну, не могу так. Я, ну, фарм для меня это очень-очень тяжело. Я вот рейби люблю. Ну, тут такое. Включай тайгу. Кто уже ливнул-то? Ой, включай тайгу, что легче было. Хочешь одеваться, хочешь дамажить или танковать, ну, приходится потеть. Поначалу вообще, особенно если ты один играешь, это просто жопа на самом деле. Блядь, пиздец, ДК ушел нахуй, хуёво вообще. Он как раз такой был мощный, блядь. И у него когти были, блядь.
Чего тут трэш чистите? Если сколько? Ну мы просто это, репу бьем. Да. Чё, блядь, ретрика искать или ДК, да, короче? Сколько вар до дружелюбия? Так, сейчас 2527, но это получается еще 400. А вы чё, блядь, финку-то нидите, ёбаные хуи? Так это уже не дружелюбие, это уже уважение. Тебе до дружелюбия там сколько, косарь надо было, кажется? Не, у меня написано равнодушие сейчас. Блядь, зелёнку нидят, а нахуй вы это нидите-то? Не зеленка, а фиолетка там боишься. А вон зеленку нидит тоже. А кто? Блять, хе-хе-хе, зон. Хе-хе-зон какой-то. А, шаман, ну, ёпта. Левых. Я не знаю, нажимал, думал, по походу все так нажимают, че нет. О, там все. Вы у камня. Я думаю, что, блять, у меня реги не пополняются, нахуй. Сам нажимаю, нужно, да, реги не пополняются. Походу дело надо так нажимать. Чё у вас там? Всё слишком плохо, что ли? Чё-то новое? Да. Я просто... Сколько уже ареню, вы всё ищете. Ну ищете. Так давай, помогай нам. Да, нормально. Да, даже жалко стало как. Ну, потому что тут нормальные пацаны одеваются. Опять, блядь. Шаман так не пойдёт. Короче, суммоньте. Там у камня есть? И мы поедем. Только кто у камня есть, нет на сумоне? Так ты сам нидишь, ты не нидишь, а ему? Я-то не нидю, я, блядь, нажимаю распылить, блядь. Я тоже распылить. Понял, окей. И справимся. Тут кроме вот шамана, блядь, все распылить могут. А реги пополняются только у шамана. Я просто нищеброд нафиг, у меня 30 голды, блин. Не, такое не катит. Вот я, знаете, как зарабатываю? Я рыбу вылавливаю, короче, в пруду и бать. Это старая... Я их собираю, нахуй. Поездки анрол. Это старая отмазка, я бомжар, а мне деньги нужны, а она уже не проходит. Не катит, да? Вон, мы с Честером их собираем, боежки анрол. С каждого ика по 10 тысяч тебе иметь. Надо так будет так же делать. Чисто барыги такие. Я по 10 тысяч, вы чё там, с каждого босса по 5 боешек падает? Там плащ падает, слышишь? По 2 боешки выпадает, по 8 тысяч, по 4 я их продаю. А плащ на РДД падает. Ну, видишь, ты продаешь, блин, а мне где их брать? Чтоб хотя бы хоть чуть-чуть, блин, пополнить. Травников качайся. Вообще бабло грести лопатой будешь, заебешься собирать, правда, но это мелочь. Нас в гильде лог собирает траву, и что-то она там рассказывала. За вечер по 12 косарей поднимает. Ну, бейте кокон, или сейчас всем пизда будет. Фурика в коконе просто. Что за кокон у вас на втором? Да два паука, блин. Там есть? Я прям сколько на вообще не наложу. Мне вот надо КПР-пас собирать. Нами.
Мне нужно, не нажал, но, сука, не откажусь, один хуй нажал. А, подожди, этот понял, ладно. Сука. Не откажусь можно нажимать, не откажусь расценивается, это то же самое, как распылить. А, ну все тогда. Просто вот видишь, сейчас уже реги пошли, вот сейчас маг уже схватил 5 абсолютки. А что, они пошли на сумму, что ли? Никто не вышел? Пойдем, выйдем. Пошли, выйдем. Звучало как угроза. Ага. Так, народ, а покурить я успею. Пока вы там... Да, я тоже курить пошел. Они еще не знают, как я ИРЛ, да? Свои лучшие годы, блядь. Я могу кинуть ссылку, которую... Тинку. Так, ну давай, где камень тут? Я себе... Вижу камня. Там мимо крыши аккуратно проходи. А где камень, где? Забей, здесь уже стоим. А, вы уже в инсте? А чё я тогда... Трэш сейчас сагришь, трэш сагришь, уйди, уйди, назад верни. Сагришь этих больших. Ждите. Самая большая проблема, вау, то, что у меня плюс 4. Форели тухлого. Тухлого? Не знаю, надо ли будет ставить на голос, наверное, не надо, да? Все, все здесь? Мах. Ты чекни. Один вдали. Че он там делает, интересно? Блять, вот какой-то... Блять, я вот... У меня просто слов не находится. Че он там делает? АФКшит. А, вот все здесь. Кто побежали? Все, все здесь. Все здесь. Все, погнали на Тухлого. От Тухлого пойдем? Да, Слава, Парель, потом подруга пришла. Пацаки, я сейчас добегу, и мне минуты 3 надо.